И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival WoW. Все так же на выжженных землях. Так как в прошлый раз, собственно, я уже говорил, что мне не хватает яиц прям категорически. Сегодня будем делать ферму, потому что мне, к сожалению, нужно еще дофига кибов. Перед тем, как пойти в пещеру, на боссах, бла-бла, все дела. В общем, нужно, поэтому пойдем. И, кстати, помните, я говорил, если бы было бы большое бы седло, да, тут радарчик оповещало о буре. Помните, говорил, если бы было бы большое бы седло, точнее, с большой броней, то мне бы не пришлось бы строить эту коробку. Ну и вот. Буквально решил просто, после записи серии, решил просто пойти поискать, по дропам пройтись. 235 брони. Ну, вы поняли. Натуре. Вот, поэтому я сразу же все переделал. Ну, понятное дело, я решил все сохранить. Так, давайте вот так включим. Так лучше видно. Я решил все постройки сохранить, они мне пригодились. Вот, и, собственно, чисто сзади закрыл, чтобы не били этими. То есть и жопу сзади закрыл, и это. Ну, то есть, типа, чисто по мелочи этого будет вполне достаточно. Здесь, кстати, у меня сейчас... В инвентаре у него вот остались пиларчики, стены, фундаменты, потолки, то есть все чисто для ловли. Там, если приглядеться, то у меня уже подготовка под курятник. Топовый классный курятник, они будут на соломке находиться, все как положено. Я буду томить для курятника ужасных птиц, потому что, во-первых, это курицы. Кстати, как вариант, возможно, мне придется его увеличить, но это уже будет потом. Во-первых, это курица, во-вторых, здесь дудошек нету, поэтому вариантов нету. Здесь такой вот вход, вот такая вот наклонная крыша. Здесь кормушка, которую можно с этой стороны смотреть. То есть, как бы, это нормально, то есть, для этих, то есть... что-то корм подсыпать, то есть это вполне нормально, то есть ты вот с этой стороны хоп подсыпаешь, и там вовнутрь все это дело попадает. Нормально. И вот на такое помещение. Да, я думаю, для того количества, которое я хочу потомить, этого будет, возможно, мало, но есть еще расширить, как бы, без проблем. Решил отдельно кормушку оставить, чисто потому, что хочу, потому что у меня вот та кормушка, она достает до всей базы, то есть из-за нее. Вот. Ну и, собственно, вот этот чувак, он будет собирать яйца с этих кормушек, потому что тот, он, понятное дело, не достанет. Голем он побегал, потомил, поубивал, дофига червей поубивал, вот у меня клевый такой, то есть нашел заметку, потом еще червей поубивал с заметкой. Клево, просто там неимоверно было урона. Кстати, да, кайфовый меч дал богомолу, он с ним не кисло так разминает им. Всем, кто пытается на меня напасть, давайте глянем, может быть, конечно же нет, ну да и фиг с ним. Удобрение, да, усрача. Кстати, что есть по пивасу дофига, только бутыли успеваю делать, которых у меня нету. Ну, бутыли-то после того, как я делаю сухое ускорение, не возвращаются. Кстати, да, все фляги я вот сюда сложил, чтобы они мне не мешались. В общем, короче, берем не арбалет, не хлыст, а винтовку. И нужно ее перетащить на ближний слой. Берем винтовку, идем за Аргентависом. А почему Аргентавис? Потому что им я буду перетаскивать всех этих своих чуваков. Для этого, кстати, здесь сделались же. Ну, Стайлтон... конечно, дело сделалось. Да, вот. Stone Gateway. Почему каменные? Потому что их у меня дофига. Камня. А дерево меньше. Камень куда-то нужно девать. И вот таких вот две воротинки. Ну, собственно, как Аргентависа томить, это вообще по стандарту, по дефолту. О, вот что я хотел. Смотрите, что я нашел. О, смотрите, какая красота. Решил, что лучше перемалывать буду. Сколько... Хорошая штука. Ты смотри, сколько всего хорошего я получил. Это, кстати, штаны хуже, которые. Классно. Это все, что у меня не очень. То есть, как бы, это из... Ну, камон, штаны подводника. Куда мне их? Это бензопила хуже, это старая. И...
Ёпсту ты! Ты посмотри, сколько, мать его, за ногу ресов! Ужас! Ужас, как классно! Сколько? 2400 почти электроники! Дай, мать! Так, раз, два, три, 4000 полимера. Вот это я понимаю, кстати, что по весу. Полтора косаря. Ну и естественно, поэтому у меня и таская вот это вот трансфер-пультик. Раньше он у меня всегда был на раскладке, но... Хлобысь! Кайф! Теперь у меня снова металл возобновился немножечко. Электроника вот. Ну, сами видите, сколько у меня было электроники, перемолол и, собственно, сколько у меня сейчас осталось. Ну, с полимером теперь точно проблем не будет. Короче, погнали за Аргентависом. Небо. Господи, не вижу их. Кстати, ядрушки-то что тут делают? Погнали в это, в парацерию закинуть. Короче, погнали за Аргентависом. Я думаю, искать буду на шелкопряде. И пойдем к красному. Я и когда первый раз выживал на этом, на Скёрче тоже искал их на красном, потому что там их больше спавн. Ну, как бы, в этом есть смысл. Да, супчики есть. На час полет хватит, я думаю, пойдет. О, а, не, я думаю, закончилось. Шопа, погнали. Ну, собственно, вот про что я говорю. Вот красный обелиск, да? Вот он, красный обелиск. Вводим Аргентавис, и вот, пожалуйста, 5 штук. 92-го, я думаю, мне предостаточно будет. То есть это не боевая единица, это единица для перевоза Дина. Так, 28-й, фу, говно. Вот. Ну и, естественно, именно на него должен был напасть этот... Ну, ладно, тарпорчик поднакинет, хотя и без него бы справился. Единственное, что нужно место найти, куда его угнать, я думаю, вот та скала будет прям идеально. Наверное. Ну, пойдем. Да! И вести недалеко, и нормас будет. Так, единственное, что... Ай, садится. Строим ловушку по стандарту. По стандарту с помощью ворот. Благо S Plus позволяет воротам самим закрываться. Плотненько. Так, ты автооткрытие, автозакрытие. А слушай, давай ты автооткрытие, автозакрытие. А потом уже что-нибудь придумаем. Ха! Ну классно. Лететь, конечно, вот так вообще весело. Аргентавис медленные, но зато стабильные. И, если честно, самое сложное было на ускорение супа попасть в эти ворота, а не улетать вокруг них. Вот сейчас, как показал, примерно так я и летал вокруг. Но дальше все... А ладно. У меня же тут винтовка стояла. Ну, я красавчик, блин. Как обычно все. Вот здесь уже вообще ничего сложного нету. Самое главное, попадать аккуратненько. Серьезно, я не попал? Ну да. А вот теперь попал. Ну вот и отлично. О, кстати, точно. Действия. Имя. Фабиф. Конечно, прикольно. Но тоже из заметок. Ну, хоть где-то ж я должен хоть что-то делать. По заметкам, скажем так. Легендарное седло — это у меня найденный рецепт. И сейчас сразу же летим за вот тем чудом. Типа, камон, там легендарный этот... собака мелкая. Там просто микрораптор. Ну, естественно, он сейчас нападет на меня, пришел в шопа мелкий пиздюк. Ну, хоть стреснул. Эти два сейчас чувака тут мерлотопса замаздрячили. Этого архилку убили. Но! Я не из тех, кто так легко помирает. Такс, и вот так, и вот так, и...
Да давай урон. Чему нет? Да погнали уже, блин. Что ты там, господи, крутишься там? Так, надеюсь, я не зря... О, не зря. Очень много здесь каких багается. Давай. Этих лучей. Прям очень много забаганных лучей. И погнали, я вам кое-что покажу. Ловушка, куда я буду, скажем так, скидывать своих будущих куриц. Вот это вот. Да, это похоже на ячейки для льда, которые ты вот заполняешь водичкой, особенно вот сверху. Ты вот заполняешь их водичкой и в морозилку. Сюда я буду скидывать... куропаток. Здесь их 11 ячеек вполне будет достаточно. Давай, взлетай, блин. Вполне будет достаточно для меня. То есть, как бы, для начала, я думаю, нужно хотя бы вообще поискать, где они находятся. Вообще, ужасные птицы в большом количестве находятся где-то вот недалеко. Но, в целом, туда чуть-чуть подальше нужно будет пройти. Не туда зашел, вообще-то, но тоже пригодилось. Ужасная птица. Вот, пожалуйста, на ужик уже нашли. В общем, мне нужен один мужик и остальные самки. Мужик это чисто для того, чтобы они плодились получше. Соответственно, все. Мне от него только одно нужно. Чисто альфа-самсяу, который будет что-либо. О, 20 левел. 20 левел вообще огонь. Так. Здесь одна тусуешься. Удивительно. Как-то бывает так, но... Эй, ты в баню, господи. А сколько там бьешь? По два, по три. По три, господи. Единственное, чем в них проблема, это шум. Они очень шумные. Я что, опять дом свой перелетел? Не, слушай, я его не дали... Это проблема. А, вот, не, все правильно, я летел. Че? Так. Мне главное, чтобы они там все сейчас на пассиве стояли. И оп! Попал! Ей! Первая в корзине, первая в корзине. Ш-ш-ш-ш, прием. Так, вы все. Так, вот сейчас вот так тут даже встать лучше. И проверить. Так. Оп! Пассив, отлично. А то сейчас это. Начну их возить, а они начнут у меня шелкопряды взлетать в воздух. Мелкие-то не выйдут за забор, а вот шелкопряды начнут летать, это неприятно. Кстати, кусок говна вообще. Мне добывает очень медленно, ну, потому что я как бы это... что там такое было у меня 116-го левела? Не так много... Да что? Тебе собака... А, Мерлотопс. Просто левел увидел большой, уже сразу интересно, а чё это, чё это? Кстати, здесь тоже 120 левел максимально. Я не знаю, нафиг, у меня настройка все стоит по максимуму, а здесь 120 левел. Возможно, это стандартные настройки, ну, потому что на центре... О, кайф. На центре я точно помню, что там был уже 150-й, на этом... На Рагнароке был уже 150-й. Возможно, это вот первые эти... Они такие. Господи, какая же шумная птица. Ты прям ужасно шумная. Надо второй наушник снять. Она мне в правое ухо прям орёт, собака. Ну ладно, не собака, курица, но все равно. Экс и... Ну почти. Чутка рано... Да что тебе? Вот самое сейчас сложное будет это поймать. Да что? Так, взлетаем. Она подходит. Я хватаю. Отлично. И сброс. Отличный план. Это, так сказать, была подготовка к будущему. Потому что, ой, я прям уверен, сколько я их закину в одну и ту же ячейку, это просто ужас. Сейчас сразу не там, ну как бы смысл. Я потом их просто всех пооглушаю и все. Нафиг они у меня будут в каждой ячейке будет своя сидеть и нормас. О, мужской 12-й. Ну давай, тебя томить будет быстрее все равно. Иди сюда. Братан, ты счастливчик. Ты просто... А подожди, ты послушай, что тебе говорят. Ты, короче, попадаешь в гарем. Ты один, их 10. Ну, вот, собственно, так вот и буду сейчас набирать их. Еще... Чё? Восьмерых? Ой, ужасно.
Попал? Не, не попал. Я там видел даже, что поначалу уже не попал. Экс. Взлетаем. Игру взлетаем. Средно, не вовремя. И ой, рано опять. Ну вот что ты за такое создание. Взлетаем. Хватаем. Оп-оп, потолкнул. Да пошел. В целом. Даже вот так она уже будет работать. То есть вот эта ферма, то есть вот они сидят по ячейкам, у них есть самец, самки, и они уже будут плодоносить в этом плане, то есть яйца раскидывать, но два момента. Первый, они могут задиспавниться, а второй момент, они могут просто при прогрузке постройки убежать. Нам это не нужно, и я тут решил, что да, надо бы их уже оглушать. А сейчас у меня что-то получается... Еще я. Так, получается, раз, два, три, четыре, пять. То есть, четыре самки, один самец. Вполне нормально. Так, единственное, что ты у нас? Братка. Сестра, роли, брат. Да куда ты? Да! Стой! Навестись не мог. Да, что ты? Вот, кстати, очень часто я вот так вот... Когда голем отцелился через стену, я очень часто вот так промахивался. Вы бы знали, как это сложно через баги в них попадать. Но! Можно делать так. Ай, да, задницу. Я хочу сейчас на гору поднимусь, нафиг и все. Ой, с горы всегда все делается легче. А, отлично. А теперь устраиваем тир. Попень. А почему в разных ячейках? Я не знаю, я так захотел. У меня было дофигища стен, сами видели откуда. Поэтому почему бы нет? Имею возможность, почему бы так не построить? Вот так вот. Куча дротиков. Тоже могу себе позволить не попадать. Но пока что мне везет. Кстати, очень жалко, что нельзя снайперский пистолет. Прицел поставить вместе с транковыми стрелами. Очень жаль, очень печаль. Но так тоже пойдет. Что там на вас надо? Сырая баранина. Отлично. Скажем так, хорошо, что я решил заранее все это дело проверить. Я даже не знал, что у них так сильно торпор спадает. Прям даже сильно удивился. Ой. Что-то я тут лишнего пооткрывал. Такс. Поэтому сначала вот так, а потом уже мясцо. Да, все-таки это бы четко бы провалилось, то, что я тут хотел сделать, типа оглушить всех и сразу. Потому что типа, у них торпор спадает прям очень жестко. Так, где еще один? Или это все здесь? А, вот еще один. Такс. Самое главное это. По очереди им раскидывать все это. Блин, да. А, это даже там за стенкой. А, благо, наркобарики были у ближайших этих... У ближайших диносов они тусовались. О, отлично. Да, возможно бы, мне бы и хватило, но, знаешь, лучше не рисковать. Вот он мой курятничек, сейчас будет... пополняться. Да, здесь накидывается, отлично. Как говорится, хоть и была возможность успеть, но лучше не рисковать. Да. Отлично. Все проснулись, побежали. Хоп-хоп-хоп. Туц-туц-туц-туц-туц-туц. Ты смотри, как прикольно идут, а? Туц-туц. Так. Погоди-ка. А, ну хотя, может, мы успеем? Погнали! Кто не успел, тот лох. Отлично. Они все успели. Все замечательно. Самое главное, что поставить их все на пассив и всех отозвать. Потом надо будет с помощью седла их всех туда загнать. Пока пускай здесь тусуются. Яйца у меня уже они могут восполнять, так сказать, мои запасы в айтем-сборщике. А, блин, господи, я думаю, что здесь за эти лежат. Это я эти сбросил. Да, и тут еще лучи полутал. Ну, в общем, блин, лутаюсь как могу. За новой партией. Вот посмотрите на это. Вот как? Вот почему они там спавнятся? А? А?
Ков на кусок пожри. Вот сейчас они могут отсюда вывалиться, по идее. Это не точно. Там мне нужны левелы. Да, вы не подумайте, спавнится здесь большие левелы тоже, но мне-то не зачем. Как вы видите, еще их наркобериками нужно там кормить, все дела. О, вода так льется. О, прикольно. Прикольно. Типа горный источник, так с краю вода льется. Ну, хотя бы вода и не из воздуха берется, и на том хорошо. Прикольно, аж пить. Вот здесь так вода отображается в игре, аж мне порой пить охота от того, как я ее вижу. Но не в этом суть. Суть в том, что этот странный мелкие козлы, они... Так, не там? О, вот. Ну, не судьба. Были бы чуть пониже, возможно, бы у меня получилось бы и схватить. Ну, точнее, повыше. Ну, говно. Такие, да, прям раздражает такая фигня, честно, в арке. Вот, о чем я говорил. Я только одну птичку притащил, буквально минут пять, а уже яичко. Я, между прочим, за этими сраными яйцами здесь полкарты облетал, пока этот голем томился. Он томился очень долго. Я эти яйца искал очень долго. Ну, мало ли где валяются. А нет, нифига. Всего-то нужно было... Ой, все, теперь... Мужской, да ешкин кот, я, походу, всех самок повылавливал уже. Мелкого лава. В общем, первое, что я буду делать, это ферму яиц. Долбанную ферму яиц. Ешкин кот. И, кстати, очень крайне... Вот, видите, 84-й левел. Ну, зачем они мне такого левела? Вот тут... Поменяйся с кем-нибудь левел. О, 16-й халяв, пойдем. Где она? А, вот. В общем, первое, что нужно делать, это, походу, реально, сразу же это... Ферма, яйца, гиблы, все дела. Ну, потому что, реально, очень тяжело в этом плане. Вот, на... Ну-ка! Какого? Естественно! Ну и сдохни тогда. Ты сейчас, серьезно? Отлично. Какого левела? Точнее, кто ты у нас? Ёпс, твою за ногу. Вот самое неудобное, это вот это вот. Такс. Самец. 12-й. Лично убираем лишних. Ну, естественно, из всех именно ты должна была напасть. Я не успел. Этот бренный труп. Она и пошла. Кстати, очень часто мне вот так вот попадался. У меня примерно, это уже третья самка вроде бы, которая так сдохла. Это бренный труп 16-го левела. Ах, ужасно. Кстати, вот чуть-чуть хотел походить. Огнемет. Оп. Вот откуда у меня и ресов много. Реально, тут прям оп. И все. Дробилка. И не думаю мыши о ресах вообще. А знаете, в чем самая главная тупость? Я примерно только на 7-й где-то курице понял, что если смотреть вот так вверх, то не обязательно ловить вот эти буквы. Можно просто прицелом направить на птицу, и слева вверху покажет, какой левел, кто это и так далее. А я вот как по старинке пытался вот так вот поймать, чтобы в центре написался надпись. Поэтому не всегда получалось. Но в любом случае это последняя куропатинка. Классно, классно. Аргентависа на базу. На заслуженный и тише пассатише отдых. Так, кстати, вот это надо разгрузить. И чё я сейчас хочу вам показать? Это клёво, кстати. Там точно пригодится. Смотрите, так, ну, во-первых, да, я их туда всех переместил. О! 7 яиц уже. Вот это я понимаю. Фермочка. Фермочка, так, фермочка. Но я хотел 10 самок изначально. Эй! Арк, мать твою за ногу, ты чё лагаешь, гнида, долбаная, сраный ублюдок. Чтоб тебя, скотина! Я просто не понимаю, что сейчас это за пролаг был.
Вот, я хотел одного самца, 10 самок. Я сделаю одного самца, 10 самок. Я этому мужику обещал. А слово надо сдерживать. И ты тоже спать. Классно. Вот, как-то так. Я ему увеличил их курятник. О, красненький. Я ему увеличил курятник. Чувака сюда переставил. И 18 яиц, это вполне достаточно. Включил блуждание, чтобы было поинтереснее, чтобы они ходили. Они начали спариваться. Ну, в общем, ничем они умнее, точнее, ничем они не умнее, чем куропатки. То без дудошки, но... Пускай, пускай, пока что лишние яйца мне не помешают. Вот, они чем они не умнее, так как они опять так же столпились все в кучу. В целом сейчас у меня... Так, не здесь. Вот, уже замтится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот на одиннадцатый из них один самец. На него я установил седло. Ну, собственно, я единственное седло создавал для того, чтобы их сюда перетаскивать. Ну и думаю, ну и чё, пускай самец будет седлом. В общем, они все, как я понял, здесь около него и тусуются. Ну, пускай тусуются, самое главное, что яйца собираются, яйца есть, и все просто замечательно. Теперь у меня с изготовлением киблов проблем не будет, так как киблы делаются... Вот, если вот здесь посмотреть. Вот, киблы, даже вот эти вот, они делаются из дины яиц. То есть закидываем даже оплодотворенные, они канают. Уж тем более вот такие и подавно канают. Вот, пожалуйста, 19, 19, 19. То есть везде, где нужны яйца, они канают. Кстати, если изготавливать рецепт, то это не проканает. Здесь будет определенное яйцо написано. Не знаю, с чем это связано, но как бы это ни было. Как-то так. В общем, с яйцами теперь у меня проблем нету. Их теперь много будет. Вот такие вот дела. В следующий раз я уже думаю пойдем за виверночками. Не знаю, получится ли в одно или в два. Ну, в общем, выращивание там в целом-то ничего сложного такого нету. В целом, я думаю, в одно получится и лутание яиц, и Светлодка Костерыда, супер прикольно, да уж. Ну, разберем в этом в дробилке. В общем, я думаю, и лутание молока, и лутание яиц, это все в одно будет. Я не хочу использовать читерный способ на лутание с помощью божественного ускоряющего суба. Почему не хочу? Потому что не хочу. Я хочу все-таки попробовать, как это по-настоящему. То есть я буду лутать на шелкопряде. Не на аргентавице. Аргентавец он медленнее, чем шелкопряд. Вот. Зачем было бы пожар, но фиг с ним. В общем, я не хочу лутать с помощью читерного способа. Я хочу почувствовать, каково это лутать с помощью... то есть... стандартным способом, скажем так, то есть как это лутали, назовем так, наши предки, а в целом не читерные люди, как я, у которого есть супчики. Я считаю, супчики вот такие вот и подобные им, все-таки читерным, не знаю, с читерной штукой, это, не будем обзываться, скажем так, но почему бы нет, мне это нужно, мне это важно, поэтому... Я это могу себе позволить. Тем более это локалка. Почему бы нет? О! Ну неплохо, да? То есть ресурсов вообще просто охотник. Вот, и здесь тоже все. Что ты подлагиваешь, собака ты долбанная? Иногда такое бывает, и непонятно почему. Ну, а я с вами буду, пожалуй, это прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.